Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, день. Дорогие подписчики. Как вас зовут сначала? Елена. Алексей. Олег. Ричард. Все, он тоже всех любит, всех целует постоянно. Я сегодня наблюдаю везде эту картину. И меня любит. Да, проникся доверием. Он на ушко любит говорить. Очень клево. Так, откуда вы к нам приехали? Рассказывай. Из Санкт-Петербурга. Но точнее из города Петергофа. Это ближайший пригород Санкт-Петербурга. Ну? Где находятся знаменитые фонтаны на весь мир. Ага. Да. А когда они у вас работают? Когда начинают, когда закрываются? Они начинают работать в мае, угу, и заканчивают в сентябре. Но еще до середины октября практически. Единственное, что сами фонтаны не работают, но парк открыт. Угу. То есть мне не побывать. Ну официально, нет, официально фонтаны не работают, но они еще запускаются, то есть после там закрытия как бы они нет таких уже, да. Да, вот больших каких-то событий нет, да. Но фонтаны сами работают, но официальное закрытие проходит гораздо раньше. В конце сентября. То есть можно. На официальном сайте ГМЗ Петергоф, вот Государственный музей-заповедник Петергоф, расписание, все написано, когда какие... Я понял, то есть если туда поеду, я просто хотел бы на них посмотреть. Так, рассказывайте, где остановились у нас? Отдыхаем уже не первый раз, седьмой, если точнее, раз, на гостевом проезде. Угу. Отдыхали в разных местах. Это ДЖМТ, что понимаешь? Это ДЖМТ, гостевой проезд. В этот раз решили на гостевом проезде остановиться по рекомендации в гостевом доме Дива. Давайте тогда вот полностью историю там порассказываем, где вы были и почему сейчас гостевой дом Дива. Когда только начали отдыхать в Анапе на гостевом, отдыхали в пансионате «Соловей». Все очень нравится, все устраивало, но единственный момент, там без питания нельзя останавливаться. И пока ребенок был маленький, нас это устраивало от и до. Как только ребенок подрос, конечно, хочется на какие-то экскурсии съездить, что-то посмотреть, не быть привязанными к режиму дня. Соответственно, пришлось вот менять места. В прошлом году попытались остановиться на «Динамо-2». Да рассказывайте по-честному. Ну как не хочется, все честно. Что если просто... Интернета нет. То есть телевидения практически нет. Ответы были только такие, что это ветер сбивает антенну. То есть мы, в общем-то, вот то, что у нас было на телефонах, на планшете, наш интернет, да? Это по вечерам. По вечерам, да, тем мы и пользовались. Единственный там положительный момент, что отдельные домики, как бы вот ты отдельно живешь, ты можешь положительное, что давайте о положительном сначала. Можно пожарить шашлыки на улице. Стоят вот деревянные столики со скамьями. Мне, в принципе, это нравится. И вот. Причем у каждого домика свой мангал. Да, свой мангал. В этом плане все прекрасно. Большая территория. Это тоже немаловажно. Вот это все нравится. Теперь то, что не нравится. Вот мы начали говорить телевидение, интернет. Это самое, да, неприятное. То есть вы просто не привыкли по ночам ходить гулять, тем более с ребенком, да? Да. Поэтому вам хочется отдохнуть после моря. Вроде отдыхаем на море, но устаем, да? Как все нормально отдыхающие. Я смотрю на все лица людей, они как с завода идут от работы. Да, все отдыхающие вот устают. И что мне понравилось? Редко меняют постельное белье. Я вот даже не вспомню, как часто нам меняли и поменяли ли вообще за 2 недели. Я не помню такого. По-моему, нам даже не меняли. То есть я даже стирала сама полотенце. Ну, вот этот самый неприятный момент. Ну, паучки. Мокрицы, улитки. Да, вот это все есть в этих. В санузле это нормально. Вот. Грибок. Первоначально у нас был номер. Мы забронировали номер. Задолго причем заплатили. Вот забронировали, внесли предоплату. Когда нас заселили, мы просто были в шоке, потому что в туалете... Сыпалась, я не знаю, как правильно сказать, побелка или что. Ну, там, короче, ну вот отваливалась, звездка вот эта отваливалась, черная, жуткая. В течение получаса у меня просто поднялся кашель. Мы хотели уже оттуда съезжать, но здесь надо отдать должное хозяину. Он реально понял, что мы просто вот мы собрали вещи и хотели идти уже на Пионерский снимать что-то. Он нас переселил в домик из номера. И на минуточку я всех спас. Спасибо ему большое хотя бы за это, да, что он пошел навстречу, никакой доплаты не попросил. Ну, вот есть такие моменты. Ну, может, там уже все изменилось. Как может бы. Быть. Это было в прошлом году. Да, но нам хватило прошлого года, мы решили не рисковать. И по рекомендации в этом году рядом с «Динамо» гостевой дом «Дива».
Хозяйка чудо, просто чудесная. За то, что мы забронировали за полгода номер, она нам дала скидку. Приличную, почем? Приличную скидку. Слушайте, вот мы так долго... 3300 или 3200 номер, я не помню. Нет, или 3800. В общем, в порядке 3000 номер стоит. Что туда входит? Это трехместный номер, однокомнатный. Санузел в комнате. Телевидение прекрасно показывает. То есть там уже, по-моему, цифровое, да? Цифровое телевидение. Интернет работает без сбоев. В номере холодильник, кондиционер, балкон. Внизу общая огромнейшая кухня с великолепным набором посуды. То есть не надо с собой ни сковородки вести, ни кастрюли, тарелки, вилки, ножки, ножи. Вплоть до терок, открывашек, дуршлаков. Я не знаю, ну все, вот все, что есть. Там большая все столовая. И плюс еще столовая помимо кухни. То есть вы не будете, отдыхающие не едят в кухне, где вот готовят, где жарко. То есть прекрасные столики. Чистота. Убираются раз в 5 дней. Все без плитки, напоминания. В цветах, видеонаблюдение. Постельное белье также меняют раз в 5 дней. Полотенца. Приветливейший персонал. Что еще? Какой положительный момент? Мы приезжали на Тоннельную, и в гостевом доме мы уже были в 8 утра, а заселение там в 12. Предварительно позвонив хозяйке гостевого дома, значит, договаривались о трансфере, они нас встретили в Тоннельной, и заселение прошло в 8 утра, а не в 12, безо всякой оплаты дополнительной за эти 4 часа. То есть я говорю, хозяйка просто чудо. И весь персонал очень приветливый, очень тихо, никакого шума нет. То есть вот после 11 отдыхаем, как говорится, душой и телом. Немаловажно, сейфы в каждом комнате. А в каждой комнате, я забыла сейф сказать, личный сейф в каждом номере. То есть деньги, документы, не надо подходить к администратору, что-то просить. Ты, в общем, в любой момент можешь просто... Так что нам нравится очень. И с животными берут, да, по предварительной договоренности. Но вот немаловажно, да, очень по-доброму. Сколько до моря ходите? Минут 5-7. Мне так нравится с вами общаться, мы стоим, слушаем. 7 минут? Это самый максимум неторопливым шагом. Да, причем 7 минут, это так, мы идем через рынок. Маму и ребенка. Да, маму и ребенка, как всегда, от прилавков не оттянуть. Папа нас пытается, идемте на пляж. У меня собака оттягивает. Ей тоже неинтересно. Абсолютно неинтересно. Если без остановок, вот не как мы ходим, да, 5-7 минут, не заглядывая везде, ну, максимум 4 минуты. То есть это вот вышел сразу, сразу за Динамо входит. Интернет, телевидение. Прекрасно, отлично. Все отлично. То, что вас там не устраивало, да. Подземный хорошо. Гараж есть. А, да, подземная, да, стоянка. Платная отдельно. По-моему, нет. Да, по-моему, да. Не буду говорить. Мы первоначально договаривались, что мы на машине приедем. У меня вот этот момент как-то вылетел, потому что мы потом переиграли, поехали на поезде. Не буду вот. Ну если, наверное, есть, то, наверное, какая-то такая символическая. Ну, какая-то символическая, да, очень цена. Ну, может быть, 100 рублей. Вот я не буду постирать. Утверждать. Постирать очень дешево. Почему? 100 рублей. Соответственно, порошок их. Ну, никогда вот ни в чем отказа не было. Получилось, что сломалась лейка душа. Супруг только спустился, сказал. Я в этот момент была в кухне. Через 10 минут поднимаюсь, у нас уже все отремонтировано. То есть на любую просьбу. Вот. Мы сейчас сделали очень хорошую рекламу, как раз за отношение к вам, к души просто. Ребят, вы пользуетесь, может, сайт, где вы бронировали, или вы напрямую? По-моему, вообще мы звонили, мы брали визитки. Я еще раз говорю, так как нам порекомендовали в прошлом году, отдыхали на Динамо, нам не понравилось, и вот нам порекомендовали. Мы сходили ногами. Посмотрели, чтобы больше в просак не попасть. Нам все очень понравилось, поэтому мы взяли визитку. Но сама хозяйка уже потом сказала нам, что они и на сайтах, по-моему, куда на море сайт, есть такой, да? А, тогда не суть, найдут по адресу. Да, по адресу, в общем, у них просто их телефоны есть вот на официальных нескольких вот этих рекламных агентствах. Но цена на этих агентствах, если бронировать в этих агентствах, точно такая же, как в гостевом доме.
Вот. И цена, опять-таки, вот я не вспомню сейчас, в среднем где-то 1003, потом еще ниже, по-моему, с 25 числа. Там есть двухкомнатные номера шикарные. То есть там точно так же вот смотрели, по датам. Смотрели, видели, двухкомнатные номера шикарные. Отлично. Ну, хозяйки отличают меня. Да, спасибо, Гуля, могу сказать. Потому Гуля что зовут хозяйку. Это прекрасно, когда люди приходят, вот, вот настолько им все нравится. Ну, это же шикарно. Согласитесь, в такие места хочется возвращаться. Вот мы, да. Возвращаясь сюда, люди приезжают к нам. Опять-таки, мы живем за счет вас. Это ни для кого вообще не секрет. Секрет. Да, это да? Понимаем, есть, конечно. Ну, по-хорошему, да. Если вы не приедете, вот не приезжает один человек, там одна семья где-то у нас голодает. Ну, я образно, ну, это, ну да, все понятно. То есть, а когда вот такое отношение, то есть, вы вот приехали, пошли там, то купили это, и целый ассортимент, как бы, товаров и направлений для жизни уже сработал, да. То есть, люди каждый день приезжают, оставляют большие суммы денег. И вот они должны именно вот так рассказывать о своем. Ну, вот мы надеемся, что если все будет отлично, опять-таки, с деньгами, которые здесь надо будет оставить, мы рассчитываем, что все-таки мы приедем опять это сюда же, да. Это хорошо. Вы теперь можете отдельный привет, кому хотите. Алеша, кому привет передашь? Даше? Ну да. Ну передай. Я передаю привет своей подружке Даше. Ты туда смотри. А, ну передаю привет подружке Даше, передаю привет своей сестре Иришке, своей племяннице Саше, племяннику Тёме, крестному Жене, бабушке Вале. Ну, ну и друзьям всем. Ну да, и одноклассникам, друзьям. Все. Я вас благодарю. Спасибо за хорошее интервью. Юра, вам большое спасибо. Да, спасибо. Еще раз скажем спасибо, да, за ваши репортажи, за ваши рекомендации. Очень понравились серия репортажей, небольших сюжетов у вас было утренних. Забыла, как зовут мужчину, москвича, который... Который убирал Мажипсин. Да. Да, да, да. Вот забыла, не помню. У меня с именами тоже. Большое ему спасибо, вот я прямо в камеру скажу, что если бы каждый так относился к своему миру вокруг... Вокруг хотя бы себя и не показывал я пальцем просто, на соседа. Каждый день, уходя с пляжа, забрать за кем-то одну бумажку. И да, спасибо вам. Вот, и не оставить свою. Спасибо да. вам, что вы вот именно рассказывали о нем. Да. Каждое утро шли и встречали его. А как я мог пройти мимо такого человека? Да. От души. Все, всем пока-пока, друзья. Пока-пока.